демодекоз. Друзья, сколько животных страдает от демодекоза? Подкожный клещ, невидимый. И анализ можно определить только лабораторно. Но если ваша собака начала лысеть и расчесываться, это 100%. У вас демодекоз. Сказать, ребята, это бич каждого приюта, и мы постоянно с этим мучаемся и просим у вас помощи. Мы не знаем, от чего он проявляется. Иногда виновата сено, иногда плохая еда, иногда собака истощенная, и у нее нарушен обмен веществ. То есть причин может быть много. Друзья, важен конечный результат. Чем и как быстро мы можем помочь. Я прошу у вас помощи для наших демодекозников. Причем демодекозом болеют не только собаки, но и кошки. Друзья, это просто наша рутина. Неприятная, раздражающая. Потому что животные расчесывают себя до крови. И очень жалко их. Из-за их страданий. Помочь нам можно, только подарив приюту средства от демодекоза. Они могут быть разные. Самые эффективные на сегодня – это Бравекта. Мы пробовали разные.
Но пока Бравекта на первом месте. Я прошу вас, мои хорошие, представьте себе, когда вас днем и ночью сжирает зуд. И вы чешетесь, даже когда спите. Я прошу вас, мои хорошие, если можно, отзовитесь, пожалуйста.